Друзья, всем привет! Сегодня мы вместе с вами распакуем посылку от Андрея, YouTube-канал Скиф. Андрей прислал мне монеты. Давайте перейдем к их распаковке. Перед тем, как мы раскроем этот конверт, я бы хотел вам порекомендовать YouTube-канал Скиф. На этом канале вы найдете контент, которого нет на телевидении. Разбор загадочных историй, путешествия по заброшкам, его рубрика «Захолустье интернета». Развлекайся интеллектуально вместе с каналом Скиф. Ссылочку я оставлю в описании в знак благодарности Андрею за то, что он мне прислал монетки. Так, сразу в глаза бросается вот такой вот прекраснейший пятачок. 5 копеек 53-го года. Давайте с вами посмотрим поближе, чтобы рассмотреть его. Очень приятный пятачок. Я его так и оставлю в пакетике в своей коллекции. Положу в коллекцию советских монеток. Дальше переходим. 10 копеек, 1943 год. Монетка очень часто попадается на копе. Мне, я живу в Донецкой области, Андрей живет рядом со мной недалеко. Так что вполне возможно, что у них такие же примерно находки, как у нас. Вот такой троечок 50-х годов. Приятный трояк 31-го. Пятнашка 46-го. 3 копейки 40-го. Просто в бомбезном состоянии, ребята. Посмотрите на эту монету. Она просто прекрасна. Следующая монетка, друзья. Щитовичок какой-то. 32-й год, 15 копеек. 15 копеек 52-го. Довольно-таки интересная монетка. Гисюлик 52-го в приятной патинке. Далее, 15 копеек 33-го года щитовичок. 2 копейки 54-го года. 15 копеек 46-го, как и 10 копеек 46-го, попадаются очень частенько на копе. 15 копеек 48-го года. 15 копеек 52-го. Дубликатик. Две штучки такие красивые. Далее перейдем к троечкам. Троечок 55-го. Троечок 54-го года. Очень приятненький. Троечок 53-го года. Троечок 56-го. Также, ребятки, вот такой вот классненький значок «Автолюбитель УРСР». Кто помнит, прожмите лайк, а также напишите в комментариях. А также, ребятки, 10 копеек 46-го. Очень приятная монеточка. Всем огромное спасибо, что просмотрели этот ролик. Не забывайте переходить на канал Скиф. Я оставлю ссылочку в описании. Повторюсь, что вы найдете большое количество разборов загадочных историй, путешествия по заброшкам и остальные крутые и интересные видеоролики. Так что буду рад видеть вас в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, а также прожимать лайки. Всем огромное спасибо за просмотр еще раз, всем удачи и всем пока!